Я Абдул, сын Хабиба, приехавший из Абу-Даби в поисках лучших лекарей. Абдул, живущий в полном согласии с законами мироздания. Абдул, ищущий ответы на свои вопросы в глазах белокрылых ястребов. Куда летят птицы? Куда плывут рыбы? Куда дуют ветра? Куда приехал ты, Абдул? И куда ты вернешься? Сейчас, оказавшись на переломе своей жизни, я бросаю взгляд на свою душу. Я Абдул. Ничего и никто не встанет на моем пути. Ничто меня не остановит по дороге к желаемому. Ты хочешь жить? Здесь вообще-то очередь. Иди в конце зала, встань. Хабир Кадир. Хабир Кадир Кадир. Я говорю, как себе домой сюда не заходи. Здесь очередь надо занимать. Хабир Кадир. И чё? Я руки хайся хочу звать, с хохожином. А у Итерку Тао с хохожин сегош. Он тебе не поможет. Это шейх Абдул ибн Хабиб. А да мне пофигу, хоть это Хабиб Нурмагомедов, понятно? Да мне пофигу, даже если это Путин тут стоит. Короче, мне пофигу, даже если это Кадыров был. Следующий, проходите, пожалуйста. Куаман, Шахадзе! Я их пока задержу. Стоматология. Зона улыбки. Мы обслуживаем всех одинаково.